Друзья, всем привет! Пришла мне посылочка с Челябинска. Сейчас проверим челябинских парней. Кьюпас, типа ОТК местная. Что пришло там? Заказывал я все это, кстати, из Китая. Почему-то пришло с Челябинска. 20 января заказал. Пришло 28 на почту. Такая коробка. Никакая, но на им. Тяжело открыть. Вот здесь у нас ножик. Нож флиппер заявлен. Здесь у нас подшипники. Так он делает. Нож холодный, только с улицы пришел. Вон, смотрите. Здесь встает на конечек пятки. Видно? Конечек пятки. Смотрим, как закрывается под своим весом. Закрывается не очень хорошо под своим весом. Но подшипники новые, отработается, я думаю. Масла нет, что-то в обзорах других смотрел, читал. Типа он в масле приходит. Нет, хороший нож без масла. Ручка рифленая такая. Как бы показать вам. Вот она, скорее всего, задрипается, либо испачкается, засорится всякий мусором мелким. Но зато в руке он не будет соскальзывать. Он прям хорошо лежит. Вообще проблем нет никаких с работой подшипника. То есть сразу выстреливается. Так, что тут у нас по клипсе, сейчас посмотрим. Клипса не глубокая, то есть на карман она вот так вот сядет, будет, то есть верхушку у вас видно. Здесь у нас пластик идет, тыльник, то есть долбить им ничего не надо, пластик здесь идет. Так, клипса что по жесткости? Ну, клипса, конечно, хуйня, она шатается, затянуть надо ее. Ну, клипса жесткая, очень жесткая. Но то, что вот она ходит туда-сюда, видите, это минус. Ладно, ее затянем. Так, насчет люфтов, что здесь? Ну, силы, конечно, если делать, здесь подшипник, то, да, чувствуется, что где подшипник в этом соединении, он туда-сюда ходит. Но так клинок жестко сидит. То есть ничего не болтается, ничего. На клинке гравировка D2, сталь. Хотя в чем я сомневаюсь, D2 тут нету. Наверное, 440-я C идет. 440C, 440C. Насчет заточки. Заточка такая, не сказать, что фантастическая, бумагу режет, да и ладно. Что у нас здесь по болтам идет? По болтам такие разъемы мы не найдем, если его, например, разбирать, либо заново закручивать, либо подтягивать. Специальные ключики надо будет искать, таких нет у меня. Видно, наверное. Что еще хочется отметить, здесь нету насечек. Этой штуки, я не помню, она как называется, потому что у некоторых ножей специально есть насечки здесь, чтобы палец не соскальзывал, да? Но в связи с тем, что здесь подшипник стоит, я думаю, насечки здесь не нужны. Флипует он вообще хорошо с любого положения, видите? Ну, за свои деньги ножик хороший. Ссылку я добавлю в описании. В руке хорошо он. Для моей ладони, для моей руки хорошо в руке сидит. Клипса совершенно не мешает, когда ты его держишь. Вот. Можно что-то построгать. Взять как кухонник. Что-нибудь порезать, накрошить.
Ну, практика покажет.